И доброе утро. Я тут опять гуще событий. Иду на маникюр. Людей уже достаточно много. Ходят вот и по набережной, вот там на пляжике уже лежат. И, конечно, кафешки, видите, все сидят забитые, полные. В общем, жизнь продолжается. Жизнь идет своим чередом. И пик. Я иду делать маникюр. Сейчас мы с вами сделаем какой-нибудь летний-весенний яркий маникюр. Интересный. Записалась уже, сходила на стрижку, потому что нужно мне обновить. Идти, конечно, не к кому, но что делать? Иду к тем, кто есть. Так, все, пошли. Так, здесь у нас какие-то ремонты проводятся по этим. Электричество что-то меняет, и столбы будут менять. Не знаю, будут в этом году менять или нет, но я читала, что будут. Люди лежат на пляжике. Не вижу здесь, чтобы что-то кто-то купался, потому что, видите, ветерок есть. И море такое волнительное. Но зато достаточно много уже лежат на пляже. Да. В общем, жизнь продолжается. Так, вот уже даже библиотечка на пляже открылась. Видите, люди могут почитать. Вон сидят, газетки читают, играют в шахматы. Прекрасно, сезон начинается. Вот сюда чаще всего приезжают вот такими компашками. Вы их увидите очень часто. А девчонки приезжают, девичники отмечать. Вот видите, одна королева и все вокруг нее подружки. А мальчишки-мальчишники приезжают отмечать. Видите, вообще кафешечка не экономит электроэнергию. 12 часов дня, а люсики горят. Что, скажи. О. Вот так вот ты прям тебя потревожили, да? Товарищи с оранжевыми шляпками друг друга за писюны таскают.